Что здесь делать? На работу приехал. В строительство работал. Угу. За что задержан? По подозрению, как я понял, машина, на которую мы ехали, была то ли в розыске, то ли под подозрением. Ну, я пришел к друзьям, ну, чтобы там поехать по делам их. И вот он задержали. Причастны к данному преступлению? Нет.